Так, для того, чтобы войти в меню редактирования, нужно нажать F, удерживать и нажимать левую невидимую кнопку через примерно 3-5 секунд. Но нужно ее, конечно, сначала нащупать. Вот, нажали, появилось вот такое меню. Дальше, чтобы войти в нужное меню, нужно нажать обе невидимые кнопки вместе. Вот. Когда удобно, двумя руками берешь, они нажимаются, и появляется вот это меню. Дальше уже выбираем программное. Чтобы выйти отсюда, нажимаем кнопочку E. Давайте еще раз попробуем. Нажимаем F, удерживаем 3-5 секунд, потом нажимаем левую невидимую кнопку. Ну, вот, нащупал и попадаем в это меню. Теперь, чтобы зайти в следующее меню, которое нам нужно, необходимо нажать две невидимые кнопки вместе. Для этого их обязательно нужно сначала нащупать. Вот. Сейчас получилось, и вот мы в этом меню. Далее выбираем программное, далее нужную программу, далее в нужной программе необходимый шаг для редактирования. Подтверждение всех действий всегда вот этой галочкой. Выход. Ай.